Правительство Омской области представляет 44-й спортивно-культурный праздник Севера 2014. Традиционные сельские игры пройдут с 13 по 16 марта на севере области в Усть-Ишиме. Более 1000 сильнейших атлетов, захватывающие состязания по зимним видам спорта, уличные гуляния и ярмарка ремесленников. Торжественная церемония открытия состоится на стадионе «Юбилейный» 14 марта в 17 часов.